Интерактивная карта свободных мощностей и точек подключения к электро- и газовым сетям Башкортостана доступна в интернете. Правда, пока ресурс работает в тестовом режиме. Карта призвана существенно упростить планирование новых производств для инвесторов и предпринимателей. Здесь можно увидеть подробности по доступности сетевой инфраструктуры, мощности станций и другую информацию. Новинка создана в рамках внедрения стандарта развития конкуренции. Информация обновляется ежеквартально на основе сетевых организаций и газораспределительных компаний региона.